Мы сочиняем и поем дурацкие песни. День за ночью, ночь за днем, жрем блюда из шерсти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, пугать нас не надо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мой дед был Бен Ладен. Добрейших вечерочков, господа! Хаски Джаггер и Сашка Шлягер. Мы вас рады приветствовать и кланяемся вам, бьем челом. Бей челом. Ладно, пожалеем собаку. Не так. И так жизнь наказала. Сегодня нас ждет наш увлекательный обжиральный эксперимент для нашего пса. Значит, мой дорогой господин Вигерфельд не жрал целые сутки. И сегодня мы продолжаем нашу любимую рубрику «Обжираловка для пса», так ее назовем. Вот, кстати, пару подсказочек оставлю, где мы в этой рубрике пытались, во-первых, сначала скармливать ему говяжий фарш, и еще после там говяжьего фарша, когда мы пытались скормить ему несколько килограмм сосисок. Вот, оставлю там ссылочки, подсказочки, чтобы вам приятно было. Вот, а сегодня мы, значит, будем проверять, сколько наш господин Джаггерфельд сожрет за раз собачьего корма. Тебя ждет приятное гастрономическое путешествие, мой добрый друг. Ну что, мой дорогой друг, осталось только попросить господина Стюарта принести нам собачью еду в студию. Можно было просто на подносике вынести. Итак, сегодня у нас, значит, Джаггеру предстоит, если он осилит, сожрать. Это у нас в общей сложности 30 пачек собачьей еды есть, 3 килограмма. Вот посмотрим, осилит он их или нет. У нас, значит, педигри. Да, мы его, кстати, жрали, пробовали в предыдущем выпуске. Значит, с говядиной и ягненком. Джаггер, у тебя с говядиной и ягненкой. Говядина у нас это корова, правильно понимаю? А ягненок, если это я правильно помню, это ребенок Бабы-Яги, да? То есть, Джаггер, у тебя получается сегодня с мясом коровы и с человечиной еда. Хотя, наверное, по сути, ребенок Бабы-Яги это, наверное, не человек. Ведь Баба-Яга это не человек, это баба. Чуть меня не попало. Прошу прощения за эту минуточку сексистского юмора. Я имел в виду, Баба-Яга это не человек, это сказочный персонаж. Да сиди ты, сиди. Ну что, давайте тогда поставим Джаггеру чашу любви, чашу обжираловки и начнем наш эксперимент. Да сиди ты, дурак. Жрать отсюда будешь, запомнил. Ну что, начнем сначала, пожалуй. Хотя нет, давай в этот раз я начну с конца. Первый 100-граммовый пакетик пошел. Кушать подано. Специально выбрали вам эту емкость, чтобы вы увидели, как язычок моего друга очень интересненько все вот это вот ласкательными движениями все уничтожает. Так бы я вывалил все на стол, но, к сожалению, световик отправился в неоплачиваемый отпуск, поэтому, извините, вытирать со стола некому, не я же буду здесь вытирать, сами понимаете. Так, пакет номер два. Полетели паратруперы. Помню, в первом выпуске, когда пес пытался сожрать говяжий фарш, у меня было около 10 килограммов фарша. Я думал, что он сожрет хотя бы килограмм 5, но он осилил только 1,5 килограмма. Надеюсь, здесь он покажет себя в полной мере. Трешечку, как говорится, оформим трешечку. Знающие да поймут. Сейчас бы, чтобы, конечно, мне не скучать, я бы тоже один пакетик оформил, но... А вдруг он сожрет все? Поэтому разве что побалую себя в конце. Четвертый. Кушай, кушай, мой хороший. Откормлю тебя потом. Потом с лихвой все у тебя заберу. Кстати, собака весит 30 килограмм. Так вам навскидку информация. Стандарт породы 23-27. То есть он у нас, поскольку очень часто бывает сытый, все стандарты перегнал. Перегнал, перегонщик. Пятый пакетик. Ой, господи. Да подожди, я еще не вывалил. Вот на ваших глазах собака только что заточил 0,5 кило. Сейчас почитаю нормы на пакетике написано. Ты не отвлекайся, я тебя отвлекать не буду. Я тебе насыплю 6-й пакет и почитаю нормы.
Значит, дневная норма для собаки весом 15 килограмм, тут почему-то максимум 15 килограмм указано, это 10-11 пакетиков. Соответственно, если посчитать, собака 30 килограмм, дневная норма для него будет 20-22 пакетика. Ой, Джаггер, счастливый ты у меня, счастливый, как вот этот счастливый седьмой пакетик. Почему меня так жена не кормит? Так, поехали, убираю морду, восьмой пакет. Некоторые могут писать, не перекармливайте собаку. Собака у меня жрет всегда один раз в день и помногу, и прекрасно себя чувствует. А если я ее перекормлю, то он все сблюет, и это останется ему на следующий день. Девятый. Что, юбилейный, десятый? Подожди, там один кусочек, не упал. О, держи, чуть не упустил. 11, барабанные палочки. Знаешь что, я тебя так кормлю, могу и бить тебя. Это тебе метод воспитания, кнут и пряник. Я хоть думал, будет менее охотно жрать, а вот как жрал, так и жрет уже. Килограмм этого корма сожрал, и все никак, все недоволен. Вот ненасытный пес, конечно, вот. Прям как я. 12. Это вот я помню, как тогда рублей на 600 нажрал Макдаки. Потом еще съел штуки 4 сосиски. И потом пошел заточить батончик краковской. Это у меня специальная диета такая. Кстати, очень действенная, помогает. Потом прочищает так, что лишние килограммы. 13. Несчастливый пакет. Джаггер, смотри это, не сблюй. 14. Прям как мне, когда я первый раз попробовал собачий корм. Ой, да хотя кого я обманываю? Все детство его только жрал. Потому что жил с собаками в загоне на улице. Пока меня не купили, как породистого зато. Как уж там у меня в паспорте-то порода написано. Чистокровный долболобик. Вот были времена. 15-й вроде. Вот и сожрал ты половину уже, 15-й. Кстати, вот если вы там спрашиваете, почему я вот в прошлом выпуске педигри поставил на 4-е место, и кормлю им педигри. Да потому что он был по акции. А тот, что дорогой, я купил себе. На 16-й. Уже собака побил рекорд с говяжьим фаршем. Вот неужели вот это вот вкуснее, чем свежий говяжий фарш? Я вот не понимаю, псёс. Что такое? Что, немножечко присытился, хочешь сказать? Заметьте, стал более лениво кушать. Сейчас потрогаю, как у него дела там с пузиком. Ой, а пузик-то набухло пузик-то. Как яйца по весне. Вот жаль, только у Джаггера уже больше никогда не набухнут. Но ничего, дружок, я за тебя. Давай, Джаггер, 17-й. Что-то я гляжу, уже нет азарта-то в глазах-то. Глазки-то не горят больше, не горят зенки-то. Наелся мой сытый хаски. Что такое? 17-й пакетик никак не осилишь? Ну попробуй. Давайте поможем нашему хаски сожрать 17-й пакетик корму. Хаски, Джаггер, хаски. Гребаный коронавирус. Да будешь доедать или нет? Или мне это все за тебя доедать? Я для чего тогда 17-й пакет распаковывал? Ну давай, помогу тебе. Ну давай. Ну, держи. Ну, одолжение мне сделал. Ну, господин Джаггерфельд остановился на 17-м пакете педигри. 17 – прекрасное число. Первый раз в 17 лет я потерял кошелек и ключи от дома. Ой, пи***дячек мне вставили, дай боже. Кошелек-то батин был, не мой. Пес остался на уровне 1,5 килограмма еды. Так что мы делаем вывод, что в нашего сытого 30-килограммового хаски уменьшается. Но в этот раз уместилось 650 грамм. Слушай, у меня там, по-моему, бутылочка гноя стояла. Это я... С раны его вытекало. Вот добавь сюда и световику оставь, придет, позавтракает. Джаггер, чтобы тебе не было так грустно, я помогу тебе и все-таки тоже... Ну что, уже ты нюхаешь? Это мой пакетик уже, все, ты свой не осилил. Невкусный педигри. Мне кажется, зря этого детеныша Бабы-Яги убили. Ну что ты? А, из пачки теперь решил поесть? Хочешь продолжать эксперимент? Ну что ты, из пачки-то вкуснее, что ли, я не пойму. Вот у тебя стоит все в тарелке. А если на стол, по старинке? Все, нет. Никаких больше шансов. Джаггер в моем салатнике. Джаггер в моем салатнике. 17-ю пачку не доель. Он так грустит о матери. Он так грустит о матери. Что грустит он всю кухню опердел.
И сытся он везде, где только можно. Повсюду волосится и блюет. Пошел он. Бороться с ним уж больше невозможно. Ну ладно, световик все уберет. Куда ты ушел, обидчивый? Пойдем прощаться. Да вот и пришло то грустное время прощаться. С вами были, жрали, пели, пили, срали Хаски Джаггер и Сашка Шлягер. В общем, присылайте деньги на лечение и на развлечение. Я хотел запустить небольшой, очень веселенький интерактив. Мы будем украдкой издавать, Джаггер будет украдкой издавать звуки, а вы не будете видеть, что он делает. А ваша задача будет в комментариях угадать, что же за звук издавал Джаггер, что он делал. И сегодня будет вот такой вот звук. Ну и на этом все. Аривидерчи. До новых, ублюд, господа.